Почти 100 команд вышли на площадки под открытым небом на парковке ФОК «Камещерский». Здесь прошли баталии турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Нижний Новгород давно идет на ведущих ролях по развитию этого вида спорта. Вот и в этот раз интерес к турниру проявили не только местные команды, но и немало приезжих. Особо удивили своей активностью парни из команды «Новосибирск». Причем сначала все думали, что это просто шутка, и кто-то назвался именем этого сибирского города. Сегодня уже проходит не первый раз «Оранжевый мяч» в нашем исполнении. Сегодня участвуют 94 команды. И есть команда, которая сумасшедшая, они реально сумасшедшие, из Новосибирска. Когда я спросил организатора местного ихнего, ребята реально приедут, либо это наша команда, которая просто называлась Новосибирском? Нет, реально. Купили билет, они здесь и борются за чемпионство. Мы несколько лет назад у вас были в Нижнем Новгороде, очень понравилось, поэтому решили еще раз приехать. Мы будем стараться, потому что здесь команды сильные, сейчас, ну, в основном сейчас на вылет сейчас все будут игры, поэтому я думаю, что постараемся показать достойный результат. Справедливости ради стоит отметить, что сибиряки действительно показали неплохой результат и вышли в плей-офф турнира. Но стать лучшими им помешали местные команды «Метр с кепкой» и «Арс Ельстер». Именно между ними и развернулась борьба за чемпионство. В итоге в категории мужчины сильнее оказались парни из «Арс Ельстер». В группе девушек в своих возрастных категориях лучшими стали КБ-52, «Систерс Феликс Джуниор» и «НЛ Старт Ледис». У юношей золотые медали завоевали «ДС» и «Дэдди Шуз».